полюбовалась вот этим домом. Какой-то вот красивый он. Для меня красивый. И для многих, наверное. Красиво сделано все. Это на берегу Кубани. На левом берегу Кубани построен этот дом. Сейчас вот там внизу Кубань у нас. Всегда любовалась этим домом и любуюсь. Дай Бог, кто там хозяин, быть здоровым всем семейством, долго жить. Приятно, когда люди стараются, работают, зарабатывают, строят. Вот, девушка. Вот наша река Кубань. Это уже по Черкесску плывет. Сейчас мы его посмотрим. Видите, берега укрепляют. Сейчас открою. Вот. Вот Кубань с этой стороны. Вот она какая. Видите? Кубань. А с этой стороны вот. Вот берега укрепленные. Справа берег укрепленный. Это уже сам город Черкесск. Почти дома. Я дома, когда доезжаю до Кумыша Ула, там вот развязка с Кумыша на четыре стороны, четыре ущелья. Там даже песня у меня есть. Тюртюзене кабагышик болмансан, жаман сүйген кумышелин эртеден, анамыча жылуну хурмети, жайгы күнча жарытады жүректем. Вот такая вот. Когда ее споет мой главный соловей на сегодняшний день, Амбарби Уянаев. Какой у него красивый голос. Амбарби, качан жырларыкса дейме? Мен айт, махыны сөйлеше турама. Качан, айт бери. Так. Төрт өзенге қабақ ішік болғанса, жанна сүйген қомыш әлем әртеден. Анамыча жылуыну құрметі, или құрметіңе жылуы, жағы күнча жарытады жүректен.